В лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований прошло 9-е коллаборационное совещание эксперимента БМТН «Барионная материя на нуклотроне». Приветствуя участников совещания, вице-директор ОИЯИ, руководитель проекта НИК Владимир Кикилидзе сказал, это совещание предваряет полномасштабный сеанс на установке БМТН. Экспериментальная установка на выведенных пучках из нуклотрона с фиксированной мишенью действует в рамках мегапроекта НИКа. Расположенная в 140 метрах от нуклотрона, БМТН сейчас находится в завершающей стадии подготовки к первым экспериментам с пучками тяжелых ионов. Эксперимент БМТН планирует в ближайшее время, то есть осенью, зимой этого года, провести первый полноценный сеанс облучения установки в пучке ксенона, в ксенон-ядерных там, взаимодействиях. Вот. Мы долго шли к этому времени, установка создавалась, и вот ее практически полная конфигурация будет задействована в этом сеансе. Пучок ионов ксенона будет взаимодействовать на мишени с иодидом цезия. Ожидается зарегистрировать почти 2×10⁹ взаимодействий для исследований рождения гиперонов, мезонов и фрагментов ядер. Пучок налетает на мишень, то есть это большой анализирующий магнит. Стоят вакуумные боксы для установки Т0, триггерных детекторов, вакуумные боксы для профилометров, их два. Для профилометра необходимы для настройки пучка, то есть в момент настройки пучка до взаимодействия с мишенью. Также вакуумные боксы для силиконовых детекторов. Это трековые силиконы, то есть трековые детекторы, которые необходимы для получения траектории ионов до взаимодействия с мишенью. Мишенный узел. То есть мишень непосредственно установлена перед полюсом магнитоанализирующего, 4 плоскости форвард силикона и 7 плоскостей, 14 детекторов Джембл. Вот. Далее внешняя трековая система. После анализирующего магнита установлены детекторы так называемой внешней трековой системы. То есть это катодно-стриповые детекторы 4 метр на метр, ТОВ-400, 2 плеча. Катодно-стриповые необходимы для того, чтобы восстановить трек, проходящий через ТОВ-400 частиц. Далее внешняя трековая система – это две дрейфовые камеры и ТОВ-700. Также целеуказание от дрейфовых камер мы получаем проекцию на ТОВ-700. То есть сейчас на данном этапе смонтированы основные узлы. Сейчас идет настройка детектирующей аппаратуры и доукомплектовка триггерных детекторов, то есть подключение детекторов к системе сбора данных. Установка БМТН прирастает новыми детекторами. Участники коллаборации из Института ядерных исследований Российской академии наук вносят свой вклад. Они участвуют в создании адронных калориметров и других детекторов, в которых используются новейшие разработки. Например, используются лавинные кремниевые микропиксельные фотодиоды. Идет светосбор с помощью волокон. Сотрудничество в рамках коллаборации – это и научная программа, и технологическая. Производство высокоточного сложнейшего оборудования. Сейчас устанавливается передистанционная стенка. Это новый детектор, который состоит примерно из 200 дистанционных пластин разного размера, свет с которых считывается оптоволокном и детектируется новейшими кремниевыми фотомножителями. Эта стенка, она впервые будет использоваться в данном эксперименте, который вот состоится скоро на БМН. Кроме этой стенки, Институт ядерных исследований еще сделал две новые детекторные системы, которые также впервые будут использоваться на БМН. Это передний гороскоп и передний адронный калориметр. Все эти системы, они предназначены для определения геометрии столкновения ядерных столкновений. И, кроме того, предистанционная стенка, она используется для идентификации зарядов осколков, которые образуются в столкновении ядер. Это, соответственно, эта вот информация о зарядном составе образующих фрагментов, она очень важна для понимания физических процессов, которые происходят в столкновении. Поскольку речь идет о тяжелоионной программе, это уже выход на максимальную мощность установки БМТН.
началась подготовка ускорительного комплекса к получению пучка ксенона энергии 3,5 ГЭФ-нануклон в системе центра масс. На первом этапе у нас захолаживание до азотных температур всего ускорительного комплекса. Это бустер нуклотрон. Далее бустер доводят уже до гелевых температур, начинают настройку пучка, линока и бустера до выхода в нуклотрон. Работа по подготовке детектора BMTN к намеченным сеансам с пучками тяжелых ионов идет полным ходом. Старт планируем, что получим мы, настройка пучка начнется в конце октября. Рассчитываем, что продлится он 6 недель. Связано это для того, чтобы увеличить статистику, да, и уменьшить ошибки при получении данных. Вот, поэтому необходимо нам набрать большое количество там событий, да, из которых мы будем уже отбирать определенные реакции. Поэтому у нас с этим связаны большие надежды по изучению, по исследованию тех процессов, которые мы планировали, а также для молодых сотрудников, чтобы получить физические данные, чтобы защищать диссертации. Вот, это наша перспектива.